Сейчас у нас успешно экспортируется рапсовое масло туда. АПК. АПК. Накормить. Хорошо. Да. В данный момент готовятся к отправке конфеты одного из производителей Тюменской области через электронно-торговую площадку. Это пробная партия, но надо понимать, что это пробная партия, а дальше нужно будет на фабрике поработать над упаковкой, над вкусом, регистрация товарной марки. Это прям отдельная песня. Свадебные платья мы пытаемся вывести на Китай. У нас в Тюмени есть потрясающая, замечательная модельер Лана Мариненко. Мы не могли пройти мимо, потому что мы видим, насколько она талантливая. Она сама к нам обратилась, и мы повели ее туда.